Геморрой – это заболевание, при котором происходит узловатое расширение вен в нижнем отделе прямой кишки. Он может быть как наружным, так и внутренним. Наружные геморроидальные вены сплетаются между собой, образуя выбухание кожи – шишки возле анального кольца. Осложнением такого заболевания может стать тромбоз. При внутреннем геморрое венозное сплетение возникает внутри анального кольца. Узлы вен при этом покрыты слизистой оболочкой. Стадии заболевания. На первой стадии происходит увеличение геморроидальных узлов. Возникает зуд, жжение, ощущение инородного тела в заднем проходе. Появляется незначительное выделение крови во время туалета. Как правило, эти симптомы не имеют постоянного характера. Возникают лишь эпизодически. Поэтому большинство людей на этой стадии геморроя к врачу не обращаются. И болезнь переходит в следующую стадию. Вторая стадия. При дефекации начинают выползать узелки. На туалетной бумаге регулярно появляются капли крови. На этом этапе узлы самостоятельно прячутся обратно, сразу после стула или через небольшой промежуток времени. На третьей стадии выпадающие узлы уже приходится вправлять руками в прямую кишку для достижения более-менее комфортного состояния. На этой стадии болезнь уже серьезно прогрессирует и требует немедленного вмешательства, так как узелки начинают выпадать не только при дефекации, но и при любом повышении внутрибрюшного давления, кашле, чихании, поднятии тяжести и даже при незначительной физической нагрузке. Четвертая стадия. Геморроидальные узлы уже не вправляются и выпадают сразу же после вправления. Имеют вид виноградной кисти, очень воспалены и болезненны. На этой стадии очень часто кровотечение, а боль в области заднего прохода настолько сильна, что к нему невозможно дотронуться даже туалетной бумагой. Интенсивные частые кровотечения приводят к анемии, что еще более ухудшает самочувствие больного. Причины. Причин, провоцирующих заболевания, множество. Самыми популярными можно назвать такие: малоподвижный образ жизни, нарушение стула, неправильное питание, частые беременности и роды, тяжелая физическая работа, систематическая поднятие тяжести, нервное и психическое перенапряжение. Для того, чтобы снизить риск заболевания, необходимо вести здоровый образ жизни и систематически посещать врача-проктолога для осмотра. Симптомы. Симптомы внутреннего и наружного геморроя практически не отличаются. Только при заболевании внутреннего типа венозные узлы не выпадают, что иногда вызывает трудности в постановке диагноза. В любом случае, если вы обнаружили у себя следующие симптомы, обратиться к проктологу нужно обязательно. Скорее всего, у вас геморрой. Первое. Тяжесть в области ануса. Второе. Зуд и жжение. Третье. Кровотечение, кровь в кале. Четвертое. Болевые ощущения. Пятое. Выпадение геморроидальных узлов при наружном геморрое. При обнаружении симптомов следует сразу обратиться к проктологу, иначе вам не удастся избежать хронического геморроя. Лечение. При лечении геморроя используются следующие методы. Консервативные, медикаментозные и малоинвазивные. Лазерное лечение, склеротерапия, когда используется вещество, склеивающее стенки кавернозных сосудов. Лигирование. Применяются латексные кольца, надеваемые на геморроидальный узел, что приводит к его исчезновению. И радиоволновая коагуляция. Также используют оперативное лечение. Берегите себя и будьте здоровы!